Подпишись на канал. Друзья, добро пожаловать на Game Studio. Зовите меня Джекман, и мы продолжаем проходить первый Dead Space. Ну а перед началом обязательно ставьте лайк этому ролику, а если вы еще не подписаны на мой канал, то подпишитесь. Ну что, поехали? Так, мы куда-то... Айзек, заходи. Кендра права. Защита не работает. Ты мне нужен, чтобы ее перезапустить. Кендра, если ты меня слышишь, похоже, у тебя более полный доступ к информации. Просмотри корабельные отчеты. А ты не хочешь рассказать нам об артефакте, Хэммонд? Про обелиск? Я ничего о нем не знаю. Он упоминался в записях капитана, они притащили его с планеты. Ну и где он? Он в трюме. Они считают, что обелиски инопланетного происхождения, но я не знаю, что это. Серьезно? Айс, Хэммонд что-то скрывает. Не верь ему. Полегче! Не я тут плохой парень. Сейчас мы все на нервах, поэтому прошу просто поверь, что я ничего не знаю. Мы вошли в поле обломков. Быстро к пульту капитана, позже поговорим. Конец связи. Так. Кажется, у нас Кендра начинает сходить с ума. Она начинает наговаривать на Хэммета. Я не думаю, что он какой-то там злодей, плохой парень. Так, только не вставай, понял? Твою мать! Это еще сейчас было такое. Я что-то не особо-то заметил. Сейчас какой-нибудь сверху как появится. Что такое? Да ё-моё. Иди нахер. Это опять червь какой-то, что ли? Не, был бы червь, он бы полностью высунулся. Сдох, что ли? Так, у меня патронов нет, кстати. Вот, сейчас мы, кстати, мне Fox Docs объяснил, что вроде как с собой лучше много оружия не таскать, потому что из мобов будут выпадать разные патроны для каждого оружия, которое я с собой таскаю. И чтобы у меня, например, чаще выпадали там патроны для плазменного резака или для лазерной винтовки, нужно с собой таскать, значит, лазерную винтовку и резак, поэтому мне особо огнемет не нужен, он хоть и полезный против этих мелких тварей, но этих мелких тварей мы очень редко встречаем, поэтому надо будет купим, да, тем более, что он не особо дорого стоит, поэтому продадим. Также я, наверное, продам труборез, вот, потому что он, да, он классный, но что-то как-то это, не хочу. Также, наверное, я продам все патроны. Этого всего дела. Так, вот топливо продам. Лазерный магазин нет. Импульсные заряды зачем мне? Так, топливо опять. Топливо 50 всего. Плазменный резак. Нет, а где патроны этого? А, ну все. И теперь давай-ка мы, знаешь, что купим? Купим, я заметил, что у меня этих нету. Да, кстати, вот малый воздушный баллон я в прошлой серии принял за гранату. Ну, я посмотрел на гранату, похоже. Ну, граната. Так, средняя аптечка. Нет, мне надо, знаете что? Мне нужна вот. Вот так. Для лазерной винтовки у нас достаточно патронов, а вот для плазменного резака маловато. А? Метеориты летят. Что такое? Что такое? Что-то большое и страшное? Или это метеориты по нам так херачат? Это по нам метеориты херачат. А что-то здесь большое и страшное будет, да? Воу! Внимание! Зафиксирован пробой. Айзек, попадание в мостик рядом с тобой, но герметичность не нарушена. Система жизнеобеспечения стабилизирована. Заставь чертовы пушки работать.
А как это, если насквозь пробило? Ну, по крайней мере, потолок точно продырявлен. Там что, самовосстанавливающаяся какая-то технология есть, что ли? Либо с помощью какого-то давления. Что здесь за место вообще такое? Почему оно такое большое и страшное? Нет, ну оно красивое, но оно страшное, что здесь как будто что-то сейчас будет большое и страшное. Так, подбираем все, что видим. Так, а мне вообще... Куда, да? Ну, это подожди, подождет пока. Пока подождет. Тут ничего. Так, тихо. Звуки какие-то нехорошие. Блин. Непонятно, то ли это монстры, то ли это... Кометы бьют по обшивке. Ну, в смысле, вы поняли. По корпусу. Не, мне трубореза не нужны. А чё опять трубореза вон? У меня же нет трубореза. И огнемета у меня нет. Почему валяется баллон от огнемета? Так, это что такое? А, это ничего. Просто табличка так. Вниз. Нам вниз. Ой, сохраняшка. Давай-ка сохранимся. Хорошо. Ну-ка. Ты что, планета? Это же планета. Тропинка какая-то. О! О, нихера себе там кратер, смотри. Оттуда, наверное, и достали этот обелиск. Лифт, поехали. Тут у нас что? Защитный костюм 3, ё-моё! В смысле рюкзак полон? В смысле рюкзак полон? В смысле полон? Так, надо от чего-то избавляться. Твою мать! Ну, а давай знаешь, что сделаем? Мы вот так вот сделаем. Выбросим одну аптечку. Вот так. И возьмем костюм, костюм, костюм. Нам нужен костюм. Вот, отлично. Теперь... Ой, здрасте. Хэммет? Айзек. Черт, ты напугал меня. От этого места мурашки. У нас только что влетел гребаный астероид. Слушай, я знаю, Кендра не доверяет мне, но... Я действительно ничего не знаю ни об обелиске, ни о другой чертовщине. Мы должны были провести простой ремонт и все. Вот это каша. Система метеоритной защиты. Я могу починить платы, но с основным питанием проблема. Ты должен будешь вручную перебросить питание минимум от 3 распределительных щитов, чтобы энергии хватило для главного орудия. Но сначала надо запустить служебные лифты службы безопасности мостика. Они подвезут нас к щитам. Слушай, Айзек. Будь осторожен. Я там что-то видел, не знаю что. Видел краем глаза. Но это было огромным. Просто гигантским. Что-то сейчас надвигается у нас огромное, гигантское. Классно. Как я и люблю. Назад! Я думал, она сдохла, когда я запечатал капсулу. Эти штуки не просто убить. Нихера себе. Так, огромная гигантская. Мне кажется, это огромная гигантская сейчас вот здесь появится. Ну не зря же тут такая огромная локация, правильно? Не просто ведь так, пустая и огромная. Давай на всякий случай сохранимся. Сейчас бы, конечно, еще костюм бы 3 уровня. Может, слушай, вот это возьмем. Так, лифт. Но нам не в лифт, да? Нам туда.
Опа! Опа! Хо-хо-хо-хо! Здрасте! Бегом! Он один, нет? Спину? А как я... А, ну понял, понял. Да блин! Спину, спину! Вот, спину! Блин, под... Чёрт! Забыл зарядиться. Где он? А, о, сидел что ли, отдыхал? Варюга. Спину, 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 спину. Так, он отдыхает опять. Опять отдыхает, надо его гасить в спину. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Но он пока не сложен. Если он, конечно, не примет какую-то вторую форму. О! Карантин снят. Фу. Фу, блин. Так он легенький оказался. Паршивец. 5000 кредитов дали, отлично. Так, там нам нужен магазин. Надо идти в магазин. Срочно магазин. Айзек, сделай нас едино. Ладно, сделаю. Только потом, ладно? Когда все дела сделаю. Лифт Атриума включен. Ну, мне нужен магазин. А, верстак, подожди, верстак. И... А, нет у меня. Узла-то у меня нет. Так, пушку поменяем. Не, погоди, а откуда я пришел? Я же пришел отсюда. Да ведь? А почему здесь закрыто? Блин. Я хочу обратно в магазин. Я хочу себе костюм купить. Что здесь? Это мятеж. Вас будут судить за мятеж. Мятеж. Кейн, да заставьте же их прислушаться. Спокойнее, Бен. Держите его. Согласно статье 54.69 уложения флота, я отстраняю капитана Бенджамина Матиуса от должности. Обелиск необходимо передать церкви. А, он поехавший. Терренс, пожалуйста. Мне жаль, Бен. Я не могу тебе этого позволить. Предатель. Еретик. Держите голову. Убийца. Держите его. Он мертв. Вы убили его, доктор? Нет, это случайно. Я хотел остановить его. Арестовать его. Ну, там была вспышка, я не видел. Может быть, он с башни сам заехал. Он же ему хотел в глаза посмотреть. Или укол сделать успокоительный. Что-то, короче, непонятно там было, что. То есть не факт, что его доктор. Блин, я хотел ударить, а в итоге выстрелил. А вот, поэтому не знаю, не знаю. А магазин здесь есть? Сохраняшку вижу, а магазин не вижу. Опа. Слышишь шепот? Женский шепот. Он стал еще более четким, по-моему. Так, это у нас что за микросхема? Силовой, понятно. Магазин бы мне. Вот есть магазин. Тут темно. И магазина тут нет. Твою мать! Как я тебя не заметил, тварь! Ой, тварь! Ой, тварь! Пол хп отнял. Говнище, а.
Так, заправляемся. Не, давай сразу большой скорость. Дерьмо. Темно, ни хрена не видать, блин. Похоже, часть панели искусственного тяготения накрылась. Следи за полом палубы. Увидишь искажение или колебание воздуха, держись подальше. Они опасны. В смысле, следи за полом? В смысле искажения? Ты о чем вообще? Я еще должен за полом следить, что ли? Так, тихо. Ну, пойдем. А, он, наверное, вот по этой мелодии. Да, о. Нам даже показали. И как здесь пройти? Тут узко. Вот тут вот, может быть. Ну, блин, надо как-то. Айда-ка сюда. Айда. Сюда иди. Сюда иди. Понятно. Не, может быть, здесь реально можно пройти? Вот здесь. Да. Чё ты орёшь? Как тебя орать? Ах ты ж говно! Так, не попадаемся. Что там? А, подожди, как? Ты как оттуда-то появился? Понял. Там же никого не было. Откуда он взялся? Через вентиляцию, что ли, пролез? Я думал, здесь появился. Так, там какой-то проход куда-то сюда. А что здесь? А, ну это я туда пришел. Странная фигня какая-то. Тварюги мелкие. Да как ты попала, тварь? Я же двигался. Отстань! Нахер, блюдина. Хоть патроны дала. Ладно. А, ну понятно. Тихо. Что за звуки такие? Отличается от того, что я до этого слышал. Что-то явно большое. Тихо. Ой, так тут такой же, что ли? Твою мать, тут такой же. Жизнь у нас есть немножко, потом у нас... Ну как немножко? Бежим, 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 да бежим. А чё? А чё меня не преследует? А зачем меня не преследуешь, тварь? Где ты вообще, тварь? Где он? Ага. Так. А-а-а.
Так, он упал. Он упал. Он почему-то не заходит сюда. Видимо, не помещается, что ли? Серьезно? Его так не пробить. Эй, блин, Айзек! О, он мне втащил, да? Ну, плазменная винтовка нормально. Ой, плазменная, говорю, лазерная винтовка нормально так его дамажит. И спереди, и сзади, и всякое. И чё он тут такое охранял? Опачки. А, нам надо к этому компьютеру. Туда не попасть, потому что во. Но мы можем вот так вот сделать. Энергия направлена к системам защиты. Системный распределительный щит подключен. Отлично. Мне почти удалось настроить прицельную сетку. Но с одной из пушек проблема. Не останавливайся. Не останавливайся. Так, нужна аптечка. А лучше два. Блин, аптечки уходят, все. Сейчас на обратном пути повылазят всякие твари. Ой-ой, не попался. Меня тоже, да, сразу убьет, как этих же. Да, должно быть, сразу, наверное, убьет, если я попадусь на такую штуку. Тут, если что, еще где-то червь. Ну или не червь, что-то такое, которое пробило там это. Эй! Ты охренел? Тварюга. Лучше бы аптечку дали. Не, патроны тоже, конечно, хорошо. О, опять шепот, смотри. Так, мне вообще сюда нет, в лифт? Да. Почему здесь говорят на французском, я не понимаю. Ну там через громкоговоритель он, женский голос. На французском же говорит. Корабль японский. Ну, сама станция, в смысле. Мы американцы. Ай. Варя, а куда мне надо? Где там еще ведь было? Я слышал, что их там. Ой, 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 ой. Что за текстурные баги такие? Че, Айзек, тебя вообще уже глючить начало жестко, да?
Твою мать. А чё, зачем вы нападаете? Ну, в смысле, откуда вы беретесь? За... Прыгун сраный. А я нахер загребал. Да. Ё-моё. Очень сложно убивать эти твари. Так. Патроны, патроны. Вы оставили мне патроны? Нет, кредит. Ну и все. Здесь лифт не запустился, нет? А, я же на этом лифте приехал. Подожди. Там же магазин был. Вот, открылась дверь, смотри. Она была закрыта, теперь она открылась. И тут магазин. Так ведь? Я правильно думаю? Да, вот он, родимый магазинчик. Сейф. Так, защитный костюм 3. Да. Сейф, подожди, только сейф. В этом меню вы можете брать предметы из рюкзака. Я могу из рюкзака поместить в сейф предметы? Это я продам. Ты зачем? Нет! Тупанул. Так, продаем. Рюкзак и... Вот так вот продать. Вот плазменный резак. Костюм уровня 3... О, 20. У меня есть деньги. Ух. Сейчас вообще будет, наверное, крутотень. Ну круто, чё? Айда, айда. Прям паладин какой-то, да? Так. Ну и все. Можно, конечно, купить еще, не знаю, аптечки. Или потратить вот на это, на силовой узел. И прокачать оружие. Хотя нафиг. Пока и так нормально. Вот, малая аптечка. Не, дорого. Я не буду брать. Даже. Не, ну броня вообще борзая стала. А есть, интересно, 4 уровня. Надеюсь, тут их вообще 10 штук. Так, я правильно иду, нет? Что-то пошел такой деловой. Куда мне идти-то надо? Вот в этот лифт. А я разве не на нем приехал? Что-то я уже путаюсь. А, нет, на этом я точно не приезжал. И куда мне? Здесь первый этаж. Подожди. Так, у меня карта должна быть. У меня должна быть карта. Я так понимаю, что мне надо... Ну все, на самый низ надо спуститься. Айзек, слушай. Я тут нашла медицинские отчеты. Это биорекомбинаторы. Они заражают только мертвые ткани, а потом перестраивают клетки. Инфицирование мертвых клеток – первая фаза развития вируса. Потом, похоже, они пытаются снабдить себя новой мертвечиной. Та органика, которую мы видели на стенах, она часть общей системы. Что-то вроде организма, изменяющего атмосферную среду. Вот я же говорил, что эта тварь пытается поглотить эту станцию. Сделать себя огромной станцией. Поэтому мы видели такие куски мяса на стенах.
Это потом будет огромная живая станция, внутри которой будет полно всяких вот таких вот тварей. Твою мать! Чё, пробило? Так, а что здесь вообще? А что такое? Вот, моё. Так, тут что? Верстак. У меня мало времени. Надо бежать. Зона нормального давления. А, дверь закрылась, нормально, все. Ладно. Передохнули. Пошли дальше. Зона вакуума. Зона нормального давления. Чего? Кто там, где? А кто вы? Чё тащишь? Так, тут такие штуки есть, хорошо. Это Женя черный, да? Вот, хорошо. А, я тебя не вижу, блин. Так, вот надеюсь, этой птицы нету. Гребаной, которая делает этих черных. Нехороших, злых, плохих. А тут закрыто, говорит. Не буду я использовать силовой узел. Ага, сейчас. Ради чего? Ради пары аптечек? Ну что там? Кто там? Где? Ай-яй-яй-яй-яй. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Музыка. Музыка, блин, здесь музыка больше пугает, чем твари. Слышу, слышу, видеть не вижу вообще. Я еще этих штук боюсь, блин. Нарваться на такую штуку и прилипнуть к потолку. А, так тут это мелкое. О, ползает. Ну. Так, аптечка. И мы ее сразу используем. Так, что у нас тут? Энергия направлена к системам защиты. Он. Опа, 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 птичка, птичка, там птичка. Твою мать, там птичка. Почти готова. Там эта гребаная птичка делает таких тварей же. Их осторожно. Сколько она сейчас делает, пока я бегу? Так, убил эту тварь. Да твою мать. Ау! Не видно просто, понимаешь, ничего не видно. Энергия направлена к системам защиты. Так, птичка сейчас там появится, птичка. Контрольный распределительный щит подключен. Система оживает. Почти готова. Сейчас главное не позволить птичке. Иди нахер, иди нахер. Есть. Не успел доделать. А не доделал, тварь. Давай, давай, ползи сюда. Ползи, ползи, тварь. Сюда ползи. Вот смотри, как обходит, тварь умная. Откуда у тебя мозги-то? Так, патроны у меня закончились, да? А нет, нормально. Все. Зона вакуума. Тух-тух-тух-тух. Давай, давай, давай. Зона нормального давления. Хорошо. Теперь куда нам?
Ну понятно, что наверх. Наверное, уже на самый верхний этаж, да? Или на второй? Давай смотреть на карту. Так. Ну да, на самый верх надо. Кажется. Кажется, сам верх. А может и нет. Ну, успех у меня хорош. Хорош. Что такое? Сделай нас единым. Не-не, мужик, я с тобой не хочу быть единым. Там вот девушка говорила, я еще не против. Вот с тобой, а ты против. Мостику конец. Не знаю, что сюда пробралось, но не собираюсь дожидаться, пока оно вернется. Я направляюсь в отсек гидропоники. Попробую найти Элизабет. Так, ладно. Куда он убежал? Сделай, говорит, нас единым. Ну чё, за кого меня принимает? Чё за пьют? Так, это нам не надо. Кто там? Кто там? Алё, кто там? Блин, возможно, птичка там. Да, так и... Ой, нет, ни разу не птичка. Иди нахер! Вот эти мелкие твари! Так, иди нахер! Да успокойся ты уже, иди отсюда! Он вот этих мелких, короче, выпускает, да? О, лазерная винтовка прекрасно справляется вместо огнемета. Закрыто. А как открыть? И мне вообще сюда или куда? Так. А, вот, ё-моё. Что-то я. Система метеоритной защиты включена. Так, энергия у нас есть. Но система прицеливания не работает. Думаю, перебит информационный кабель. Будешь управлять пушкой вручную? Воспользуйся лифтом, чтобы попасть на верхнюю палубу. Затем иди к шахте пушки. Вручную сейчас буду пушку управлять, что ли? Опять этот шепот. Вентилятор крутится, а свет, смотри, как стоял, так и стоит. Ну, в смысле, лучи вот эти. Вот это вот вообще неправда. То есть получается, что эти лучи, они, ну, не динамичные, они просто, ну... Ну, короче, фу. Не люблю такие лучи искусственные. Люблю, когда они динамичные, настоящие. А это фейковые. Но красиво. Все равно красиво. Лучше, чем ничего. Так, в общем, сейчас мы будем пушкой управлять. Я так полагаю, будем стрелять в астероиды. Жуткое место. Айзек, тебе придется выбраться на внешнюю обшивку, чтобы добраться до пушки. Загвоздка в том, что мы под обстрелом метеоритов, так что ищи по пути укрытия, или тебя размажет о корпус. Нихера себе. Так, понял. Зона вам. Зона невесомости. А укрытие, судя по всему, вот эти вот штуки, да? Внимание! Отмечены множественные удары по правому борту. По правому, это значит вот здесь. Воу! Все нормально. Да пошел ты! Ты чё? Нашел время! Ой, кредитики. Все, можно бежать? Бежим сюда, значит.
Ой, ее сейчас опять будет бить. Стоим, ждем. Так, сейчас опять эта тварь появится. Вроде нет. У меня времени-то вообще мало. Есть вообще-то еще. 20. У меня, если что, есть баллон ведь, да? Давай там уже. Ну? Пошли. Быстрее, 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 быстрее. Я думаю, что успеем добежать вот до туда. Это пропускаем, бежим сюда, успеваем, 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 успеваем. Еще успеваем, еще успеваем, еще успеваем. Нет, не успели, нет, не успели, нет, не успели. Твою мать. Знал, что не успел. Унесло. Вот пожадничал я. Ну блин, кислород кончается. Ладно, так, кислород у нас есть? Так, кислород есть, все. Давай, давай, зона. Давай. Сразу бежим. Сразу бежим. Зона невесомости. Так, здесь сейчас эта тварь Внимание. Появится. Отмечены множественные удары по правому борту. О. Так они телепортируются, эти твари, что ли? Все, побежали. Успеем добежать? Давай рискну. Давай рискну. Давай рискну. Успел. Отлично. Не паникуй, Айзек, не паникуй. Блин, я бы успел добежать. А может и нет. Не, рано еще. Рано, рано, рано. Не буду. Побежали. По идее должен успеть. Но не успел. Не успел. Не успел. Не успел. Успел. Фух. О, блин. Побежали. Время есть, успеваем. 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 Давай, 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 успели. Отлично. Что такое? Рубиновый полупроводник? А что такое-то? Закрывайся там. Зона нормального давления. Хорошо. Так, давай сохранимся сначала. Прежде чем садиться за пушку. Я так понимаю, что это вот та самая пушка, да? Да. Хорошо, Айзек. Ты на месте. Это ну-ка, мышкой. Частиц, я думаю, мышка гораздо лучше будет. Следи за состоянием корпуса корабля. Если в него попадет слишком много каменюк, мы покойники. Я почти починил систему автонаведения. Просто дай мне еще немного времени. На мышке гораздо удобнее. Вот на геймпаде вообще. О-о-о! Не-не-не, мышки, 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 нафиг. Так, что там, что там, что там, что там, что там, что там у нас? Очень много камней, очень много камней. Давай быстрее уже. У нас уже, я не знаю, там целый шквал летит. Я все не успеваю. А, блин. Нифига, на три штуки сразу ломается. Давай сюда. Сюда. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Все. Я почти
починил эту штуку. Да давай уже чини уже, не почти, а чини. Скажи, я уже починил. Твою мать. Я не успеваю. Уже 60%. Чини там уже. Что так долго чинишь? Система автонаведения включена. Все, наконец-то. Отличная стрельба, Айзек. Автоприцел подключен, он расчистит нам путь. Я б на геймпаде вряд ли смог. Я включу автопилот. Можешь возвращаться к транспортному туннелю. Я встречу тебя на остановке. Так, обратно уже будет не так трудно бежать, потому что, ну все. Астероиды же в нас уже не летят. Все, у нас же автонаведение сделано, так что просто бежим и все. Этих тварей просто пробегая мимо, пошли не в жопу. А, ползет. Патроны зачем на них тратить, да? Пошел нахер, я на тебя патроны не буду тратить. Задыхайся. А они, кстати, как дышат-то вообще, не понял. Они могут дышать? В вакууме? Или они вообще не дышат? Ну, они зомбики, они вообще не дышат. Тихо. Айзек, тихо. Айзек, не паникуй. Быстрей. Зона гравитации. Зона нормального давления. Наконец. Стойте. Айзек, Хэммонд. Ау. Вы не поверите. Что-то отравляет воздух в гидропонной системе и выделяет в атмосферу какую-то органическую дрянь. Очень скоро нам нечем будет дышать. Я расшифровала данные анализа. Нам нужно изготовить яд, чтобы уничтожить эту штуку. Отправляйтесь на медицинскую палубу. Я даже знаю, кто будет Думаю, готовить. Там должно быть все необходимое. Когда все это закончится? Айзек, иди на медпалубу и приготовь тот коктейль, о котором говорит Кендра. Я пока пойду в отсек гидропоники. Постараюсь выиграть для всех нас еще немного времени. Ну пойдем. Что такое? Что за дерьмо? Что за дерьмо такое сейчас было? Что такое? Что это? Что за говно? Что вы такое? Они что, соединяются между собой, что ли? Так, закройте дверь. А мне куда так? Подожди. Сюда. Показывает вниз. Не, подожди, зачем вниз еду я? Мне наверх надо. Мне, блин, я что-то я вообще попутал. Мне наверх надо, оказывается, а я еду в самый вниз. Карта вообще неудобная здесь. Теперь показывает, что вниз надо. Да куда мне надо-то? Может быть, мне надо на второй этаж? Блин. Давай попробуем на второй уровень. Мне кажется, на второй уровень надо нам. Еду вверх, мне говорит, едь вниз. Еду вниз, говорит, едь вверх.
Значит, надо в середину. Вот. Тем временем у нас магазин. Вот так. Силовой пистолет. Что за силовой пистолет? Кинетический инструмент малого размера. Не, мне малого не интересно. Силовой резак. Высокой степени разрушения. Хрен знает, мне пока мое устраивает оружие на самом деле. Рубиновый полупроводник. На-ка. Ух ты, за 10 штук продаем. Отлично. Все. Мне этого достаточно. Так, червяк. Кто ты? Тихо. Я прям слышал. Тварюги. Место какое-то душное прям. То червяк выскочит, то эти какие-то твари. У них это другой костюм, кстати. А, мы закончили главу. Мы закончили главу. Ну что, друзья, давайте на этом мы закончим. Надеюсь, вам понравилось. Если вам понравилось, то обязательно ставьте лайк. Если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подпишитесь, комментируйте. А с вами был Джекман. Желаю всем всего самого наилучшего. До новых встреч.